Вот, вышли из машины. А птички поют. Напевают. Вот этот мост нас интересовал. Потому что я по карте смотрел, но там, похоже, как два моста показывало. Может быть, где-то еще рядом два моста. То есть еще где-то есть. Вот этот вот мантовый мост, пешеходный. Ой. Ну да. О, как шатается мост на тросах, да. Интересно. Ощущения такие, да? О, какие тросы толстые. Мост на тросах, правильно сказать, через реку Иецево. Вон как рыба плещется. Красота. Довольно-таки широкая речка. У нас света меньше. Это шире. Ну, посмотрите, какая. Такая полноводная, это из-за этих, из-за ливневых дождей проливных, затяжных. Так что река, реки поднялись. Даже у нас светы там, мы сегодня выезжали, я обратил внимание, там на повороте, когда выезжаешь, вода поднялась на реке Светы. Это река Иецево. Интересный мост. Он так ходит ходуном, так знаете, как... Качеля такая качается на тросах. Ой, как интересно. Как будто на корабле, да, Наташ? А вот, да, сейчас я подойду и... А подожди, я сейчас приду. Ты там, ты иди туда? Да, иди туда. И я буду снимать, как он трясется этот, качается. Вот, вот, смотрите. Смотрите, смотрите, я еще ближе даже. Наташа пошла. Вот он как качается ходуном. Я отойду сейчас. Вот, смотрите, как он. Хоп, хоп. Нет, ты иди, ты не пляши. А можешь сплясать? Ну-ка давай, барыню. Не меня снимай, там как можно. Да, а я тебя хочу снимать. А ну-ка, как по боковой, он нормально? Вот, смотрите, как на корабле. Хоп, хоп. Нормально. Взрослые дети. И пух летает. Смотрите, какой. Пух летает. А это вот эти вот цветут. Вон они, смотрите, как. Сколько много. Ну, интересный мост. Такой длинный довольно-таки. Сколько здесь будет? Да сотка, наверное, точно будет. Нет. Метров, наверное... 60. Ой, как тут, как на корабле точно. А мне не привыкать. Я служил в Тихоокеанском флоте. Вот тут как пеной задули, посмотрите. Пеной задули. Эти вот где крепление тросов. И какой жучара тут ползает. О, как крепления какие. А я по привычке все вантовые мост, вантовый мост, вантовый. Ну туда дальше не пойдем. Это тут пешеходные тропинки. Куда там дальше? Пишите комментарии, друзья. Кто там, куда идет? Кто-то ходил по этому мосту. Очень интересно. Ну как идти по нему? Прям я говорю точно, как вот становишься. Вот когда корабль у пирса стоит. На пирс сходишь с корабля, так честь отдаешь, хопа, и идешь дальше,
А тебе кажется, что вот ты все еще на корабле, и вот приходится, знаете, так ноги пошире ставить, идешь так, а тебя все болтает, особенно когда с моря там суток трое, с недельку побудешь в море. Но выходы в море у нас там боевые, там на учения и так далее, и тому подобное были. И становишься. И тебя так долго-долго еще такое ощущение, как будто ты еще на корабле качает. Привыкали. 3 года, 2 месяца и 2 недели. Моя служба. Отдал честь Родине. 78 по 81. Как-то вот так, друзья. Незабываемые впечатления. И от службы, и от этого моста. Ой, какой хороший, да? Мост напомнил так тебе. Ну да. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. В частности, вот про этот мост. Хороший, видно, что недавно его либо его реставрировали, либо его недавно сделали. Да? Мы, друзья, честно не знаем. Мы здесь сами первый раз, хоть мы и живем здесь очень давно, в самой, ну, в Елгаве, имею в виду. А, да. Вот по этой, по бетонной этой стяжке тоже посмотришь, ну, тоже как бы не старое все. Ну, да. Пишите в комментариях. Ну, не так важно, просто, я говорю, мы здесь первый раз, так что все нормально, друзья. Спасибо, что смотрите наше видео. Всем огромное спасибо. Здоровья, благополучия, мира, добра всем. Чтоб все у всех было хорошо. Ну, река какая красивая. Так тихо здесь, только птички поют. О, как где-то плеснулась рыба. О, точно где-то в этой стороне. А вон тоже кувшинки, смотри, белые. На том берегу. Белые кувшинки. Заканчиваем свое видео. Ждите следующих. А их будет много, друзья. Дай Бог всем здоровья. До свидания. Я здесь увидел тропиночку. Вот самолет как раз, смотрите. Над нами пассажирский. О, Наташа на мосту стоит. А я вот по этой тропинке спущусь и покажу, как выглядит этот мост сбоку, снизу. Ой, тут крапива, ну ничего. Ой, крапива какая. Ой, какая крапива. О! Я к реке спускаюсь, смотрите. А? Нет, она такая высокая, а я в шортах. Лишь бы тут на мину какую-нибудь не наступить. А что там? И муравьи. Нет, тут нормально. Вот Наташа где, смотрите. Вот такой вот мост сбоку. Вид сбоку и снизу чуть-чуть. Вот, берет начало отсюда. И вот какой он идет. Река Ецева. Ой. Вот такая речка. Ой, как припекает здесь ветра, вообще не ветринки.
Ну тут, наверное, рыбка есть, скорее всего, это. А? Блаженство какое-то. Да. Рай, наслаждение одно. Вот здесь с удочкой ловить что-то, кого-то, какую-нибудь рыбку. Вот она тропинка, здесь вытоптали. Да это 100% рыбаки. И вдоль берега тоже. Вдоль плещется рыба, да. Вдоль берега вот она вот здесь вот протоптана. Вот как-то вот так. Вот здесь они ходят, видно, что протоптано. Вон дальше пошли, там пошли, пошли, пошли. Но я туда не пойду, я в шортах. Все, обратно иду. Вот по этой тропиночке так топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ. Справа крапива, слева не крапива. Так, эти веточки нам... Да, справа крапива, слева не крапива. Вот она крапива. Но я не зацепил, и вот еще крапива. Ой, какой крутой здесь. Поднялся. А запах такой от этих вот цветов. Ой. Красота, да и только. Крапива тоже полезная. Вон та же каких-то полевых цветочков нарвала. Смотрите, какие красоту. Букетик. А, вот я вам сейчас покажу. Мы проходили. Я обратил внимание, там замочек висит. Это здесь свадьба. Это 100%. Кто-то, может быть, кто-то наше видео будет смотреть. Где тут? А вон он висит. Вот здесь эта свадьба была, и молодая пара повесила замочек. Вот передаем привет той молодой паре. Счастья, здоровья, долголетия. Всего вам доброго. Вот смотрите этот замочек. Кто вешал, пишите комментарии. На этом тросовом мосту пешеходном через реку Ецеву. Сегодня у нас 22 июня 2022 года. Вот сколько двоек. А, Наташа повесила даже вам вот букетик. Смотрите. Ой, отсюда его больше видно. Вот он. Вот такой букетик вам, замочек. Ну все. Мы идем дальше гулять. Какая красота и тишина. Желаем всем вот такой вот тишины, красоты и мира, и покоя. Кто-то триммер завел сейчас траву, начали косить. Всю тишину нам спортили, ну им тоже надо, все надо.